Мужчина быстро не устает, он долго не устает. Но если он устал, значит, это уже о чем-то говорит, понимаете? То есть надо ему создать условия, чтобы он отдохнул, иначе... И точно так же, если мужчину спросить, ты болеешь? Он скажет, нет. Женщину скажет, болеешь? Конечно. Ну, то есть женщина всегда болеет, но живет дольше мужчины. Мужчина никогда не болеет, но попадает в реанимацию неожиданно. Поэтому есть такой анекдот. У женщины есть три стадии заболевания. Первая стадия – больна. Вторая стадия – очень больна. Третья стадия – вдова. Ну что, вдова, понимаете? Она мужу мозги вынесла, он помер. А она все больна. Итак, мужчины, если жена вам выносит мозги, это нормально. Нет, я вам серьезно говорю, я не шучу. А вот если жена вам не выносит мозги, это ненормально и очень опасно. Потому что есть два типа женщин. Одни женщины сразу выносят мозги, когда им плохо, а другие копят в себе. Вот те, которые копят в себе, знаете, что они потом рубят. И рубят навсегда. Поэтому если вам жена постоянно попалась, она совсем согласна такая, довольная всегда, это очень опасно. Потому что она будет терпеть, терпеть, и потом хрясть. И вы ее назад вернуть очень сложно, таких женщин. А если она чуть не так и вам выносит мозги, слава Богу. Слава Богу, понимаете? Все. Она все сказала и успокоилась. Потому что в женщине самое опасное, это когда она... не переносит человека. Вот она как бы живет с кем-то, и она терпела-терпела, бац, и она уже не может переносить человека. Вот это самое опасное. Она может психофизически даже реагировать. Ты с ней разговариваешь, ей плохо становится. То есть реально такое может произойти. Она тебя не переваривает, она рядом с тобой ни спать, ни есть не может, ни сидеть, ни стоять, ничего. Результат – перенапряжение. То есть это называется как бы срыв адаптации в отношениях. И это всегда бывает у тех женщин, которые терпят слишком много. А если женщина не терпит, так она сегодня... И причем, как она может сказать, допустим, если у нее срыв произошел, она говорит, я тебя не люблю и жить с тобой не хочу. Вот, допустим, она так сказала. Это значит, что она, у нее сегодня плохое настроение, она устала. Потому что если женщина не хочет с тобой жить, она просто уходит и все. Ей не надо ничего говорить. Понимаете, да? Если она тебе что-то говорит, это ничего не значит вообще. Вот я с тобой не хочу жить. Она при этом в это время очень уверена, что это так. Но на следующий день она говорит, а что ты меня слушал вообще? Вот мужчины, если женщина вам что-то сказала, как на это реагировать? Вот в эмоциях что-то сказала, как на это реагировать? Надо спросить у нее же на следующий день. И она вам скажет 100% вот такие слова. А что ты слушаешь? Ты же мужчина, должен быть мудрее. Так, женщина, или нет? Так. Ну, то есть, женщина в эмоциях что-то сказала, надо серьезно это воспринимать? Нет. Надо просто понять, что у нее есть какая-то трудность вот с этим. Ее надо решать, это раз. Не то, что она там говорит непонятно что. Какая-то трудность есть. И плюс еще ей тяжело. И вот объединение какой-то трудности, которая есть, плюс тяжело, создает что? Я с тобой жить не могу. Ну что это значит? Мужчина это думает, так, я понял, значит, что нам разводиться. Ну то есть для мужчины вот я с тобой жить не могу означает серьезное какое-то высказывание, поступок. Я не говорю, что все женщины так себя ведут. Я говорю, что это очень часто бывает. Не обязательно она по поводу всей жизни так скажет, может по поводу чего-то так сказать. И мужчина может очень сильно удивиться, если он не понимает, как устроен характер женщины. Женщина так говорит просто потому, что она хочет, чтобы он на это обратил внимание. Иногда женщина хочет вывести мужчину из равновесия. Вот это, ну такая вот, допустим, ей плохо, а ему нормально. Гад такой, ну я тебе сейчас устрою. То есть она начинает ему что-то говорить специально, чтобы ему стало плохо. Если глубоко в психику ее посмотреть, это не то, что она такая шипокляк. Просто она хочет, чтобы ее успокоили. Если ты настолько тупой, что ты не успокаиваешь ее, значит тогда она тебе поможет понять, что ее надо успокаивать.
То есть она подойдет и начнет тебе говорить то, чего ты слышать никогда ни от кого не хотел. Почему? Потому что если уж страдать, так вместе. Так, женщина, или нет? Так. Хорошо, движемся дальше. Итак, что же делать? Мужчина должен понять, что все на самом деле все довольно просто. То есть надо просто всегда стараться успокаивать женщину, потому что для нее самая большая ценность – это психическое равновесие. Ее психика постоянно движется, и поэтому женщина хочет замуж, чтобы была жизнь стабильнее, чтобы все было стабильнее. Она, когда вот к мужчине прикасается, если ее спросить, что с тобой происходит, она говорит, мне как-то спокойно становится, спокойно. Так? Ну, если нормальный мужчина, спокойно. Вот это женщине надо, ей нужна стабильность. Самое главное. Вот, допустим, курица, она бегает. Но после соприкосновения с петухом она сидит. Ну, значит, яичко снесла. То есть снесла, но не бегает уже, не суетится, просто. Понятно? Так работает система. Вот. Теперь что делать? Причем не надо говорить, что именно впереди. Потому что все, что говорит мужчина, это документально фиксируется у женщины в голове. И причем хронологически. Не то, что там когда-нибудь, а вот если ты сказал вот тогда, значит и тогда и должен сделать. Причем интересно знать, что это не является обратным как каким-то процессом. Вот допустим, если женщина что-то сказала, ну пообещала, допустим, у нее это вообще никак не фиксируется. Ну, то есть она, допустим, что-то пообещала, ну и что я пообещал, и что? Проблем никаких нет. Но если мужчина что-то пообещал, то это очень большая проблема. Ну, то есть, понимаете, мужчина, тут вы же ничего не сделаете, вот здесь никакой справедливости вообще не будет, как бы, ну, как бы, логики. Понимаете, то есть, поэтому надо говорить, все впереди у нас с тобой. Ну, то есть, все означает, ну, все. А, ну, когда впереди, сколько, ну, придет время и как бы, ну, примерно так, вот. Ну, то есть, женщине нужны гарантии, то есть, мужчина должен создавать гарантии своим настроением, своим поведением, он должен вести себя по-доброму женщиной, ласково, устойчивость ей давать какую-то. Допустим, она познакомилась, женщина с мужчиной, а сразу же нужно понять, что она будет желать. Вот, допустим, она познакомилась, свидание мужчина назначил, опоздал на свидание на 5, на 1 минуту. Она уже вся на измене, то есть для нее это шок. Это значит, что он неустойчивый человек. Так? Опасно вообще, как дальше с ним жить? То есть он опоздал на свидание, а что дальше будет вообще? Что от него ждать? Если мужчина, наоборот, раньше пришел, он ее подождал, допустим, он ей скажет, допустим, он пришел раньше, он ей говорит, я пришел раньше на 15 минут. Ну, то есть, что это значит для него, что ты вот представляешь, я 15 минут ждал. Что значит для нее? Она думает, классно. Восприятие вообще абсолютно разное того, что происходит. Вот. Ну почему классно? Потому что он ждал, значит, я нужна ему, значит, все классно, у нас идет процесс, хорошо все. Вот, а если не ждать не хочет, значит, что с ним связываться вообще? Зачем я тогда ему не нужна, так и не надо все это. Итак, уважение к женщине означает принять ее характер, принять ее эмоции и вести с ней мягко и по-доброму. Женщине с помощью давления объяснить ничего невозможно, потому что у нее сама психика протестует. Во время давления у нее заклинивает голову, и она просто не может понять, что от нее хотят. Больше того, она хочет сопротивляться этому и будет капризничать. Вот, если себя переварить, перебороть, вот в тот момент, когда ты недоволен женой, когда ты себя переборол, ты можешь с ней по-доброму общаться на эту тему. И она легко воспринимает все, что нужно.
Потому что для женщины главное – это правильная атмосфера. Если она в правильной атмосфере находится, ей легко понять, что от нее хотят. Вот все наоборот у мужчины. Мужчине понять, чего от него хотят, очень сложно. Я приведу пример. Допустим, у меня какое-то время назад, там года три назад, начало мутнеть в глазу. Ну, я сам врач, как бы, я знаю, что это такое. У меня там спазмы, я знаю точно спазмы, где находится, что надо делать. Но мне некогда этим заниматься. Я просто там не парюсь и живу дальше. Жена говорит, тебе надо к глазному врачу. Она мне сказала раз 30 это. Я думаю, что она от меня хочет вообще? Все нормально, я все сам. Я сам врач, сам разбираюсь в ситуации. И приходит время, и она говорит, я тебя записала к профессору, доктору наук глазному. Она говорит, заплатила столько-то денег за прием. Я так расстроился. Думаю, что она деньги потратила? Ну, думаю, ну ладно, чтобы она не расстраивалась, пойду к глазному врачу. Пришел как бы к врачу, он говорит, что вас беспокоит? Я говорю, жена. Он говорит, это обычное дело, рассказывайте, что его беспокоит. Жена говорит, у него мутнеет в глазу. Короче, оказалось, у меня глаукома. Причем последняя стадия, то есть еще немного, у меня бы ослеп глаз. Вот. Ну, врач мне посоветовал, это уже другая, третья история, не про жену, не про отношения, а про лечение. То есть мне сказал, что у тебя нет шансов, тебе надо всю жизнь капать капли, потому что нет никакого другого лечения. Ну, я как бы тоже врач, я взял просто, поработал, поизучал и научился лечить многие болезни, начал с этой болезни, многие болезни научился лечить семенами. Вот у меня сейчас вот здесь в ухе находится 11 семян, и они полностью контролируют глазное давление. То есть оно у меня 20 в норме. Здесь могу 18 сделать там, или 19. То есть вот эту глаукому мы лечим с помощью семян. Но не только это. Это такая скрытая рекламная пауза. Ну, правда, то есть, вот, допустим, тонкие вот эти психические функции, человек лечится семенами в ушах очень эффективно. Это прежде всего аутизм, ДЦП у детей. Как их взять, вот это, чтобы психику налаживать. Мы этим занимаемся очень успешно. Много детей благодарны, родители, в смысле. Потом дальше это астма. Вот такие болезни, которые никак не возьмешь, там аллергии всевозможные. Вот. Эпилепсия в том числе и так далее. Вот такие вот заболевания, они очень хорошо с помощью семян. Те же самые вот косоглазия. Ну, то есть можно работу мозга наладить вот этим процессом, но я почему об этом говорю? Потому что жена стала основой для этой методики для меня. То есть я потом проанализировал, у меня дедушка по материнской линии, он ослеп в этом возрасте на левый глаз. Вот. А всегда у человека так, это в основном мальчик всегда идет в маму и в дедушку по материнской линии. А девочка всегда идет в папу и в бабушку по отцовской линии. Ну, не всегда, а очень часто. Ну, то есть, бывают исключения, но, по крайней мере, первые дети вот так вот берут вот эти две линии. Ну, я в дедушку по материнской линии, и у него ослеп левый глаз в это же время. И вместо того, чтобы ослепнуть глаз, у меня получилась новая методика благодаря моей жене, потому что она все-таки смогла утащить меня в больницу. Понимаете, я врач. Но я как бы не сориентировался в ситуации. И так было много раз, понимаете? Ну, то есть женщина является сердцем мужа. То есть она знает, где опасность. Лучше, чем мужчина. Поэтому мужчина должен, хоть ему не хочется слушать свою жену в каких-то вопросах, ему лучше это делать. Потому что он может таким образом избежать большой беды. Ну, то есть женское сердце очень чувствительное по природе. И женщина хорошо чувствует опасность. Особенно, что касается близких людей, детей, там, мужа и так далее. Итак, мы с вами изучаем женщину, да? Сейчас будем изучать мужчину. Что такое уважение к женщине? И что с ней вообще делать? Если ты хочешь женщину поменять, не дави на нее. Пытайся разговаривать с ней по-доброму и знай, что она будет меняться
Просто от того, что ты добро себя с ними по-доброму ведешь. Вот просто из благодарности к твоей доброте женщина начнет менять себя, если тебе это надо. Так, женщина, или нет? Так. Теперь любое давление женщины воспринимают как вызов, и никаких шансов достучаться до женщины нет в этом случае. Как на женщину не давить? Для этого надо работать над собой, надо стать сильным. То есть нужно, чтобы у тебя было силы достаточно, чтобы успокаиваться, не обижаться, не злиться, приходить в себя и потом по-доброму женщину себя вести. Уважение к мужчине – это совсем не это. Вот уважение к женщине означает принять ее характер, ее настроение, ее определенный стиль жизни, внутреннее поведение, вот это вот все. Принять и как бы спокойно к этому относиться, потому что у каждого женщины есть свои особенности. Вот эти особенности им надо принимать. Ну, то есть особенности означают где-то очень высокая зона чувствительности. Например, одна женщина, ей нужно постоянно в тишине находиться какое-то время в течение дня, чтобы восстанавливаться. Другой нужно красивые вещи. Третий нужно ездить. Ну, давайте я уж не буду голословным. Поднимите руку женщины, которым надо восстанавливаться. Вот в тишине побыть одной. Так, поднимаем руки. Отлично. Теперь... А каким не надо восстанавливаться, поднимите, есть и такие. Кому не надо восстанавливаться, в тишине побыть одной. Есть такие? Поднимайте руки. Вот им не надо, допустим. Вот, теперь есть женщины, которым, я говорю, сильно надо. Есть женщины, которым сильно надо ездить в отпуск куда-то и отдыхать. Поднимите руки. Вот сильно надо, дома невозможно себе. Все, такие вот есть женщины. А теперь у меня вопрос, вот эти две категории. А вы это отменить можете вообще? Нет. Мужчины слышали, да? То есть вот женщину замуж берете, это значит, что у женщины есть вот каждой какая-то такая вот особенность, которую она отменить не сможет. И вы с этим ничего не сможете сделать. Но есть бесплатные особенности, вот, например, посидеть одной. А есть платные, понимаете? И вы выбираете, как бы, кого замуж берете, как бы, по карману вам или нет. Следующая особенность. Нужно, чтобы дарили подарки. Ну вот неважно, просто внимание какое-то. Вот, просто внимание. Там цветочки, что-нибудь еще. Есть женщины, которые наоборот не любят никакие подарки, потому что им не нужно лишних вещей в квартире. Поднимите руку, кстати, женщины, которые любят, ну, хотя бы какие-то подарочки. Вот. А поднимите руку женщины, которым вообще не нужны подарочки, потому что они не хотят лишних вещей в квартире, не хотят, чтобы ее загромождать. Смотрите, тоже такие есть, оказывается. Теперь есть женщины, которым не надо просто подарочки. Им надо пусть редко, но очень красивые подарочки. Поднимите руку. Понятно, да? Есть женщины, которым надо... как можно чаще разговаривать с подружками и достаточно долго. Поднимите руку. Такие тоже есть. Вот. Теперь, мужчины, вы поймите одну вещь. Вот у каждой женщины есть свой вот этот вот, ну, я при бабах не буду говорить, своя особенность. Женская особенность. Вот. И вам придется это принять. Сейчас расскажу историю. Эта история удивительно показывает вот эту идею. У меня была одна семья, ну, они сейчас у меня, мои друзья, они вот, достаточно богатые люди, ну, реально богатые люди. И они разок поехали в Индию со мной, и у меня есть мой знакомый, который мне много лет находит натуральные камни, поставляет камни там драгоценные, полудрагоценные, он очень богатый в этом плане, очень, очень способный человек, он четвертое поколение уже занимается камнями, он все знает про них, там нет проблем. И они пришли в его магазин просто посмотреть там все, и ну, как бы, она увидела, она ничего, ей ничего не нравилось, никакие украшения, но она увидела изумрудную такую колье из 5 рядов. Длинное колье из изумрудов натуральных, из 5 рядов. И она так смотрит, стоит на него. Она скромная девушка достаточно такая. Смотрит на это колье, и этот хозяин как бы лавки обратил внимание, он говорит,
давайте я вам дам померить. Муж говорит, может, не надо? Она говорит, я не знаю, но мне очень нравится. Вот. Муж посмотрел, но говорит, ну мы только померяем, покупать не будем. Это была большая ошибка, конечно. Он говорит, у меня нет столько денег, это очень с собой, у меня это дорогие, мы не планировали такие покупки вообще. Она говорит, да, я согласна, согласна. И смотрит ну, все время на это. Ну, смотрела, он ей предлагает разные другие украшения, она вообще на них не смотрит, только на это смотрит и все. Ну, вытащили из витрины, надели на нее это колье. Она такая, опа. Такая, говорит, у меня голова прошла, настроение лучше стало. Такая, столько изменений сразу, просто за 5 секунд. Он говорит, ты что, смеешься, что ли? Она говорит, нет, я просто, она сняла, такая, ее расстроилась. Говорит, ты мне не доверяешь, что ли? Я просто тебе рассказываю, как вот у меня среагировал организм. Вот. И все, такая обиделась уже, все, ничего не надо. Он подходит ко мне и говорит, это что, правда, что ли, вот ей так подошло это? Я говорю, давайте я посмотрю, еще раз оденем. Я одели, я нажал. Если нажимать на камни, очень сильно можно понять, что дальше. Они сильнее действуют еще. Нажали. Я нажал на это колье, подержал, и все лучше и лучше становится. И он говорит, что делать? Я говорю, надо покупать. Ну, короче, ну там договорились о рассрочке, там что-то. В общем, купил он это колье. Вот слушайте дальше. Она вообще начала чувствовать себя супер. Она его не снимает, только на ночь снимает, носит постоянно. Она забеременела, ходит в этом колье постоянно. У ней отлично проходит беременность, понимаете? То есть, и в конце концов, то есть она просто вот живет в этом колье, понимаете? И ей ничего не подходило, никакое лечение вообще, ни один камень. И она в этом колье вот так и постоянно и ходит. Понимаете? И он ей говорит, дорогая ты моя. Ну, дорогая, понимаете? Поэтому, мужчины, вы прежде чем замуж брать девушку, вы узнаете, дорогая она или не очень. Понимаете? Потому что зарабатывать на это все придется. Вот. Это очень важно, то, что я сейчас сказал, потому что есть две вещи, которые в женщине очень важны, и это надо знать. И две вещи, которые надо знать у мужчины, они тоже очень важны. У женщины очень важны две вещи. Первое – это ее характер, который она не может поменять. И второе – ее вот эти вот особенности, которые тоже она не сможет поменять. Если ты как бы перевариваешь две эти вещи, бери замуж, нет проблем. Не перевариваешь – будешь мучиться. У мужчины тоже есть две вещи, которые женщина поменять не сможет. Первая вещь – его направленность жизни. Есть мужчины, которые хотят работать над собой, а есть, которые не хотят. Вот если мужчина не хочет работать над собой, поменять это очень сложно. И вторая вещь у мужчины, которой вы тоже ничего с этим не можете сделать, это его привычки. Вот две вещи, то есть направленность жизни, куда он идет в жизни, и вторая – привычки. Если у мужчины привычки хорошие, направленность хорошая, значит все остальное можно поменять. Но вот эти две вещи очень трудно поменять. И еще деятельность, которой он занимается, тоже у мужчины неизменная вещь. То есть он вот впрягся вот в какую-то деятельность и так будет дальше жить. Ну, за редким исключением, конечно. Итак, переходим. С женщинами все понятно или нет? Более-менее, да? Теперь переходим на мужчин. То есть мужчины совсем другое дело. Мужчины созданы так, вот они созданы для победы. Означают, тело нечувствительно. Вот допустим, женщины знают, что мальчика, если по попе бить, то он какое-то время сначала плачет, да? Потом, как ни бей, он перестает плакать. То есть мужчина воспринимает этот удар по попе как объем работы. Ну то есть даже если он маленький ребенок, вот допустим мама его бьет по попе, он должен это победить. И он просто кряхтит, терпит, побеждает. Приходит время, и она его бьет по попе, ему по барабану. Ну, победил, привык. Поднимите руку женщины, которые испытали этот феномен.
И все, и не бесполезно, его бьешь по попе, им по барабану, потому что он мужчина, понимаете, то есть он побеждает судьбу, то есть его рождение для этого предназначено. То есть если его бьют по попе, значит надо это победить. То есть он не может же бить маму по попе. Иногда даже такое происходит, то есть она его бьет, а он ее пытается бить. Ну то есть мужчина есть мужчина, то есть он пытается быть сильнее, то есть это его природа. Поэтому женщине лучше физически мальчика не наказывать. Это очень опасно, потому что он может садистом вырастить. То есть он может насиловать, пытаться насиловать женскую природу. Потому что его как бы била же женщина, и он как бы вот так вот может очень к женщинам агрессивно настроиться с детства. Мальчика надо наказывать физически отцу. Он должен силу чувствовать, характер отца, и тогда он подчиняется ему. Не обязательно всех детей наказывать физически, но это можно, в принципе, если по-доброму. Можно и не наказывать, в принципе, договариваться как-то по-другому. Это тоже такое нормально. То есть я не за физическое насилие, просто говорю, что иногда это срабатывает. Вот, например, был такой великий человек, который никогда в жизни не проигрывал. Никогда не проигрывал ни одного сражения. Это Поддубный. Слышали, да, такого борца? Вот его отец в детстве очень строго наказывал. Строго очень наказывал и не позволял ему проявлять слабость. Вот если его, допустим, побил кто-то, он обязательно опять его направлял туда, чтобы тот еще раз подрался, чтобы он победил. И он привил мальчику вот эту закалку никогда не проигрывать в жизни. И он так и жил. Его невозможно было победить. Просто невозможно. Он ни разу не проиграл в своей жизни. Вот. Ну, то есть, это я рассказываю о природе мужчины в целом. Мужчина, чувства мужчины, они очень направлены на победу и очень грубы по природе. То есть, мужчина может себя закалить к чему угодно. Он может научиться в проруби, допустим, сидеть. Может научиться, вот есть, допустим, один человек, мужчина, он может сидеть во льду чуть ли не сутки. То есть его личный рекорд там 20 часов сидеть во льду. Ну, то есть мужчины, психика и тело просто бесконечные возможности имеют для преодоления трудностей. Вот. У каждого мужчины может в какую-то сторону тело или психика развиться и победить судьбу. У мужчины очень, если говорить о характере, допустим, у женщины природные склонности характера какие? Женщина природна. Имеет доброту, нежность, заботливость, красоту, верность, склонность к чистоте, к правде, к истине, склонность к чему-то чистому и светлому, такому высокому. И природное уважение старших. У женщин в психике вот это устроено, так психика. У мужчины есть природные качества, такие как храбрость, терпение, способность терпеть ситуацию, рассудительность, устойчивость внутренняя, психическая твердость. Психика достаточно крепкая у мужчин в целом, ну, в большинстве своем. Вот. У мужчины особенностью его жизни является крепкое здоровье. То есть мужчине вот лечиться не надо. Для того, чтобы мужчина был здоровым, ему надо просто заниматься спортом. Это я мужчине вам вот честно говорю, это так. То есть, если вы, допустим, болеете, то значит, вы просто неправильно живете. Ну, то есть, если мужчина достаточно много времени проводит или в спортзале, или там пробежки делает, или в проруби, это он сам должен выбрать, или он волейбол там играет, еще что-то, ему этого достаточно, чтобы быть здоровым, потому что мужское тело, оно здоровье берет только от движения. Вот мужчина, когда начинает активно физически себя вести, физически активный образ жизни, он всегда восстанавливается в любых случаях. Ну, за редким-редким исключением. Исключения всегда, конечно, есть. Женщине, чтобы быть здоровой, тоже, в принципе, движение не помешает, но ей нужно движение вместе с искусством. То есть, и она должна чувствовать красоту. То есть, если она, допустим, двигается, то она должна танцевать или... Ну, еще что-то в этом роде. Ну, то есть, когда женщина чувствует красоту, ее это вдохновляет двигаться. Ей нужно, чтобы любовь присутствовала также в движении. А мужчине нужно побеждать. Какую-то деятельность какая-то, или он там
грушу бьет там, или наклоны делает, или волейбол играет, или на расстоянии бежит, плывет. Ну, то есть мужчине нужна какая-то победа над собой, и тогда он тоже удовлетворен. Мужчина нуждается в поддержке его взглядов. Это колоссальная потребность мужчины и колоссальная зона риска в отношении. Ну, то есть, если жена не воспринимает мужа как человека, который вот, ну, компетентен, допустим, уважаем, правилен, серьезен, ответственен и так далее, в какой-то области жизни, если она его не воспринимает, то для него она просто бесполезный, ненужный человек. Больше того, для женщины получить любовь, для мужчины получить любовь от женщины, есть только один вообще способ. Вот если женщина смотрит в глаза мужчине, и он видит в этих глазах абсолютную верность, значит, он может ее любить. Если женщина смотрит на мужчину и думает, я могла найти бы себе и получше, значит, тогда он никогда не будет внутренне сосредоточен на этой женщине. Ну, то есть он будет искать себе другую. Ну, то есть мужчина, если видит, вот женщина, ну как бы, он для нее не единственный, не неповторимый, значит, тогда до свидания. То есть у мужчины психика настроена всегда на то, чтобы сравнивать как бы одну женщину с другой. Он ищет себе покрасивее. И для мужчины как бы красота, вот это самое главное, это верность. Это такой подсознательный фактор. Если женщина верна, то есть она, а это естественно природное качество женщины, быть верной. Поэтому в древней культуре мужчины вообще искали себе женщину, которая никому не принадлежала никогда. Если женщина когда-то кому-то принадлежала, они всегда отвергали эту женщину. Сейчас понятно, что это странно, когда мужчины так себя ведут. Как один мужчина подошел ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, помогите мне найти девственницу». Я говорю: «Вы сам-то это девственник?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ну тогда что вы хотите от женщин-то? Что вы себе ищете?» Вот, вот эта странность у мужчины есть, понимаете? То есть он хочет себе найти такую женщину, чтобы она никому никогда не принадлежала. И поэтому, если женщина рассказывает мужу о том, какие у нее были другие мужчины до этого, то это большая ошибка для нее. То есть она потом потеряет с ним глубокие отношения. Он это не может принять, в принципе, ее вот этот рассказ. Поэтому, если мужчина даже допытывается, надо сказать: «Ну, кроме тебя у меня никого, в общем-то, и не было». Все остальное это такое, поверхностное. И его это очень сильно устроит, такой, он будет счастлив.